9 машин Министерства по чрезвычайным ситуациям с утра вымывают от мусора и ила наиболее пострадавшие участки города. Улицы Лакоба, Абазинская, Иналы, Поворонова, Сахарова, Айтгалара становятся чище прямо на глазах. При этом пожарные машины не создавали каких-либо помех автомобилистам и пешеходам. Пробок по городу практически не было. Большую помощь в уборке улиц оказывают военнослужащие Министерства обороны Абхазии, но инициатива была поддержана не всеми. Сотрудники МЧС были вынуждены вымывать слои ила и пыли с прилегающих к магазинам территории. Мало кто из горожан помыл участок хотя бы возле своего дома. По словам исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, работы будут завершены к вечеру пятницы. За 2 дня попытаемся просто промыть все дороги, тротуары и так далее, привести город в порядок. И городские службы работают, у каждого стоит свои задачи. И я, например, знаю, что мне надо делать, сколько людей задействовано, и где и как, какие работы ведутся. Все улицы были разделены по секторам для удобства уборки. На наиболее загрязненных участках работали сразу несколько машин. По словам Льва Квициния, совместные мероприятия по уборке улиц не только помогут городским службам, но и позволят выяснить, какие у МЧС есть силы и возможности на случай, если стихийное бедствие повторится. Сария Смыр, Беслан Хинджерия, Абхазское телевидение.